Владимир Шилов, тролль, обсуждать с Боровым для порядочных людей темы вроде «Как сделать гешефтик на ненависти к стране, где родился» неприемлемо. А в других Боровой ничего не смыслит. Владимир, у нас с вами разные родины, разные. Вы... Для вас родина, мы с Лерочкой это в свое время с Новодворской четко все определили, поняли. Для вас родина это Советский Союз, это не Россия, не свободная демократическая Россия. И вы любите вот ту родину, которая создает проблемы всему остальному миру. А я стремлюсь к России демократической, я люблю государство, которое делает все необходимое для своих граждан. И вы правы, я ненавижу эту имперскую Россию и хочу ее изменить. Ненавижу эту власть в России, вот если быть абсолютно точным. Потому что Россия вообще это что-то нематериальное. Власть, которая, из которой создается агрессивное государство, убивающее по всему миру, там, захватывающее чужие территории. Это не то государство, которое можно поддерживать, но вы его поддерживаете, я не знаю, по каким причинам. Может быть, вы просто недостаточно развитый человек. Вот. Ну, это же не важно, поддерживайте и поддерживайте. Вам нравится такая Россия. Сейчас вот прошел этот процесс в Украине. Огромное количество людей поддерживали там Порошенко, поддерживали Россию в Украине. Мы с ними боролись, спорили. Ну, такая позиция тоже имеет право на существование. Ну, будем с ней спорить. Но продвигать вас, вы, судя по всему, националист. Продвигать вас не будем. Не рассчитывайте на это. А Боровые все смыслят в демократии, ничего не смыслят в империализме, который России не нужен, который превращает ее в государство даже не второго, а третьего, пятого сорта. Уничтожает государство. И в тот момент, когда мы доживем до дезинтеграции России, а это произойдет, к сожалению, дезинтеграции нынешней России, не забудьте, пожалуйста, что вы все необходимое сделали для этого. И благодаря вам происходит все это, не благодаря тем, кто хочет построить спокойное, развивающееся демократическое государство России.